Военные КНДР произвели очередной запуск баллистической ракеты. Об этом сообщило южнокорейское агентство Ренхап. Речь идет о ракете среднего радиуса действия «Надон». Она пролетела 800 километров и упала в Японское море. Запуск произведен в то время, когда Республика Корея и США проводят крупнейшие ежегодные военные учения, которые Пхеньян назвал провокацией. Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале года после двух инцидентов. 6 января КНДР провела четвертое по счету испытание ядерного оружия, а 7 февраля запустила спутник с помощью ракеты, которая может быть использована для нанесения ядерного удара на расстоянии 12 тысяч километров. В ответ Совбез ООН принял жесткую резолюцию, усиливающую экономическую изоляцию КНДР.